Монтаж первого в Казани девятиэтажного дома из крупнопанельных железобетонных конструкций ведет бригада героя социалистического труда Андрея Хабарова из 7-го строительно-монтажного управления Треста номер 1. В прошлом каменщик, сложивший не один десяток зданий, Андрей Александрович в совершенстве овладел профессией монтажника. У его бригады свой почерк. Прочность сварки, точность сборки и подгонки узлов. В недалеком времени у первенца высотного крупнопанельного домостроения появятся 12, 14 и 16-этажные собратья. Один из обычных рейсов героя социалистического труда Раиса Газизовича Загидулина из второго филиала Казанского автокомбината. Девять лет воет Раис большегрузную Татру 111. Девять лет и ежедневно по две нормы. В августе завершена пятилетка. Один из обычных рейсов и снова две нормы. Таков путь шофера к почетному финишу трудовой вахты столетию со дня рождения Ленина. Клич юного коммунара. Так называлась 50 лет назад газета «Комсомоль с Татарией». Один номер в две недели, мизерный тираж. Все это в прошлом. Теперь печатные органы областной комсомольской организации издание с разовым тиражом в 44 тысячи экземпляров. Она стала поистине трибуной молодежи, пропагандистом, вожаком и организатором. Рупор самого передового, газета татарской комсомолии с прежним боевым задором, призывным журналистским словом, помогает молодежи республики жить, работать и учиться, как завещал Ильич. Новых успехов тебе, комсомольская газета! Два дня на ледяной арене Казанского дворца спорта выступали сильнейшие фигуристы страны, спортсмены сборной профсоюзов.